Останавливаться на обозначенной маршрутной остановке разрешается только для посадки или высадки пассажиров, при условии, если не создается помех маршрутным транспортным средствам. В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенной остановки. Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают проезжую часть, трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, кроме случаев выезда из депо.